Приоритет номер один в нашей социальной политике. И это разноплановые соревнования. Это спартакиада комбината «Запорожсталь», которая проходит уже в 67-й раз. И сегодня мы были свидетелями одного из этапов турнира этой спартакиады. Также это поддержка областных, всеукраинских соревнований. И радует то, что это интересно работникам предприятия. Они действительно готовятся к этим соревнованиям, готовятся к этим турнирам. И сегодня мы были свидетелями, насколько было жарко не только на улице, но также было жарко на футбольном поле. И много запорожсталицев, благодаря такой поддержке комбината «Запорожсталь», действительно отстаивают интересы города Запорожья, области, Украины в целом. И радует еще один момент, что это важный момент, что комбинат «Запорожсталь», он не просто поддерживает, а он вкладывает серьезные средства в развитие физкультуры и спорта. И благодаря вот такому сплаву и той отдаче, которая идет от администрации, профсоюзного комитета, вклад физкультуры и спорта комбината, у нас вырастают действительно профессионалы и отстаивают интересы своих структурных подразделений комбината «Запорожсталь», ну и города в целом.